ижат тармақларын санап киттік енді. Жырлар авторы, жыршы дедік. Әмелекен әлі бір яғын біз анам сізге әйтмей келдік. Ол ұстаз боларақ та өзінің ижатында көп іш баштара. Ал енді шақты көп шәкірттері бар. Татарманлы телевизион конкурсында аның шәкірттері қатнашып, зор наушыларға ешкен еділер. Қазір мен шушы конкурста жеңу жолдаған дипломат қызы сізге сәхнеге шақырасымыз келе. Ол Альбина Сафина. Аның башқаруында Назифа Каримов сіздерге жазылған жыр іштірсіз. Дорогие друзья, сейчас на эту сцену выйдет ученица Наиля Ханум. Несколько лет назад молодая девушка пришла в татарский культурный центр в Москве и попросила записать с ней песню на татарском языке. Она хотела ей поздравить родителей. Наиля помогла ей сделать это, и вот это, можно сказать, случайное знакомство переросло в очень теплые и доверительные отношения, которые длятся и по сей день. На сцене дипломант конкурса «Татармана» Альбина Сафина.
Дорогие места.